Анонс и дата выхода первой серии 4 сезона сериала «Новенький. Бунт против взрослых». Первая серия сериала выйдет на интернет-портале «Старт» 29 августа. В первой серии мы увидим, как недавний студент престижного заведения отчисляется от учебы и примеряет военную форму, а также преодолевает тяготы армейской жизни. Вернувшись на гражданку, он обращается к Соне с внезапным предложением о замужестве и забрасывает невесту подарками, но данный факт не удерживает ее от странного поступка. Вместе с ребенком Соня уходит к Деме, но объяснение и ссора заканчиваются похищением мальчика, а ответы ведут в прошлое. Первая серия сериала выйдет на портале «Старт» 29 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.